Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Ulefone Armor 3V добавить и также удалить Google аккаунт. Заходим в настройки. Далее заходим в пункт аккаунты. Добавить аккаунт Google. После чего вписываем адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», вводим пароль, нажимаем «Принимаю», и как вы видите, аккаунт был добавлен. Чтобы удалить аккаунт, выбираем наш аккаунт и нажимаем «Удалить аккаунт». Как вы видите, аккаунт пропал. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!